Губернатор края Виктор Толоконский провел в Москве деловую встречу с Владимиром Потаниным. Вместе с президентом Норникеля он обсудил, какие новые социальные программы будут реализованы в нашем крае. Компания не только крупный налогоплательщик региона, но и давно работает над рядом проектов. В частности, строит жилье, специалистам помогает с реконструкцией аэропорта Норильска, поддерживает научные исследования и сотрудничает с СВУ. Особое внимание уделяется жизни коренных малочисленных народов. Кроме того, компания совместно с краевым и федеральным правительством реализует программу переселения с севера на юг. В планах Норникеля проект «Комфортный Таймыр», по которому планируется построить новое жилье для жителей поселка Тухарт. Переселение и создание нового поселка на существующей территории для нас и для Объединенного Европейского банка является основной приоритетной задачей в этом и в последующие два года. Мы намерены сделать проект, который будет отвечать всем современным условиям проживания. Это и коммунальная инфраструктура, и котельня, которую необходимо будет модернизировать, вернее, построить заново под новые технологии существующие.